И еще одно отличие, если мы обращаемся к сравнительным характеристикам. Если у Зальцбурга лучше работает правый фланг, Расмус Кристенсен. Вот доказательство, и один мяч Зальцбург отыгрывает. И это самый активный впереди Мергим Бериша. 64-я минута. Прострельный пас Кристенсена, в очередной раз добавившегося к линии атаки. И вот он просил эту передачу, перевод диагональный от Собослай. Здесь и плюсик ставим Собослай. Но похоже, что вне игры не было системы ВАР. Еще раз говорим, ее нет в чемпионате Австрии. Но если только рука находилась во вне игры у Мергима Бериши, но рука — это та часть тела, которой в футболе забивать нельзя.